что произошло? Решился я открывать пивоварню, нашел компаньона, хороший мужик, тоже заинтересовался этим делом, скооперировались мы, вот, будем открывать мини-пивоварню на 300 литров. Вот, подыскали производителя нашего украинского, хороший производитель, решили не экономить на качестве. Есть подешевле, конечно, но так как мы будем все делать официально, поэтому нам нужны все сертификаты, все бумаги, все, что необходимо, все бумажки до кучи, потому что это пищевое производство, и там головняк такой, я вот сейчас покрутился, это капец. Бумаг, целая куча разрешений, инстанций. Сейчас немножко все в таком головокружении. Ничего, разберемся потихонечку. И с чего же начинать? Ну, начинать, естественно, надо с помещения. Надо найти нормальное помещение. С помещением целая проблема. То не подходит, то по параметрам, то по цене, по объему, по водонапряжению, там, по разным характеристикам может не подойти. Потому что долго мы искали это помещение, наконец-то нашли. Ну, смотрите видеоотчет по помещению. Ну что, смотрим помещение под нашу пивоварню. Вот бывшая столовая автопарка. В принципе, все условия здесь есть. Канализация. Менять, конечно, все надо. Канализацию полностью проводить пластиковую, водопровод пластиковый, освещение. Нормально, как бы технические условия позволяют. Тут туалетик даже есть, о, свет есть. Все старое, конечно, все меняться должно. Раздевалочка с душевой пока закрыта. Ну, принимать душ, чтобы чистенькими работать. Вот еще одна комната. Нормально, удобно. Камера.
Условия под пивоварню вроде нормальные. Вроде нормальные. Если здесь сделать... Здесь первая комната. Здесь поставить варочный порядок. Здесь водоподготовку. Накопительный бак, гидроаккумулятор. А сюда можно будет провести магистраль. Вот здесь следующую комнату. А здесь уже бродильные баки поставили. Вот. Канализация есть. А следующая комната у нас... Опять можно расшириться, пробить еще дырку для магистрали и здесь еще продельные баки поставить. То есть, как бы, блин, все условия для работы. Здесь можно перегородочку поставить, где нам не нужны огромные помещения. А так под пивоваренку там 300-500 литров вот так у нас головой. Все условия. Вода, канализация, электричество нормальной мощности. Помещения все есть. Вот. Ремонтик забабахает. Будет все нормально. Я думаю, сейчас пойдем договариваться. Ну, следите на нашем канале за развитием нашей пивоварни. Посмотрим, что получится. Пока. Ну, планирую все эти этапы развития нашей пивоварни снимать и выкладывать на YouTube, чтобы все увидели, как оно развивается, становится. Ну, а потом буду варить все это. Рецепты нам скрывать нечего. Все у нас будет открыто, никаких химических добавок, ферментов, другой гадости, ничего у нас не будет. Будет настоящее, живое, классное пиво на хорошем оборудовании. Так что смотрите нас, будьте с нами, развивайтесь с нами, смотрите, как все это происходит.